Вся электроника внутри погорела. Даже изоляция на проводах расплавилась. Слушай, ну, я... Что там получил?
Пацаны, выручайте! О, вот это реальный пацан! Спасибо, брат! Пацаны, помогите! Вот это реальная тема! Дай пять, брателло! А я тебя гранатой! Ой-ё! Да, спасибо, братан! Рукайте его! Урод! Выручайте! Кто-нибудь, я на тебя беру! Мужик, спасибо тебе огромное! Возможно, еще не все! Парни, не расслабляемся! Пацаны, выручайте! Кушай гранату! Не расходиться! Ждем! Кушай лимончик, под граната, пацаны! Возможно, всем спасибо, все свободны! Ну что, подождем еще? Для гарантии! Будешь с нами! Кореш, помоги! Тихо! Ну давай, еще немного давай. Подождем! Бля, я маслину поймал! Сталкеры, внимание! Задраиваем люки, пока все не утихнет. Спасите! Тиранули меня, пацаны!
Ну, сда... Найдешь артефакт? Здравствуй, сталкер. Посмотрим. Неплохо, неплохо. За одну ходку две ночные звезды. Если так и дальше пойдет. В гробу я видел ваш хваленый клондайк. Все-таки накоплю я на свой домик, чтобы у речки, и чтоб лес рядом. Попутного ветра. Да чё ты то... Иди, иди, нечего тебе тут делать. Yeah.
Типа я слушаю. А вот анекдот. Заныкал сталкер на дереве. Ну типа привет. Привет. Как-то вечером решил проверить, как там что, все ли в целости. Ну и надо же, сидит кто-то там, шуршит, ноги босые свисают. Сталкер подкрадывается, и цап того, что на дереве сидит, крепко между ног. И строго так, колись, падла, кто такой, из какой группировки? В ответ тишина. Ну, сталкер еще сильнее нажал. Кто такой, ну, спрашиваю? Ну, рассердился сталкер. Сдавил так, что прям по руке потекло. Thank you.
Ну типа привет. Привет, брат. Ну, пришли мы сюда, и что? Центр зоны, тоже мне. Артефактов кот наплакал, а нечисти всякой мне и на прежнем месте вот так вот хватало. Как бы я солдат этих конченых. Второй раз весь прибыток за месяц отобрали, скоты. А что вообще жить, если такие расклады пошли? Сидят, блин, на своих долбанных блокпостах. И на нашем горбу в рай въезжают. Привет, брат! Здравствуй, сталкер! Приветствую, сталкер. Решил сделать заказ? Ну, привет. Вот когда он
это брать можем. Тихо! Тихо! Значит так. Слепили, короче, пацаны одного сталкерю живым. Ну и говорят ему. О, типа, тема, будет кому нам паряшу чистить. А он, короче, типа, тертый фраер, не засал и говорит: братва, я ж заказ вам выполнен, в натуре, не шестера какая, не олень рогатый. Давай мне что почище. Ну, пацаны так перетерли между собой, говорят: да не вопрос, мужик. Иди вон из аномалии барахло жмуриковское доставать. Тот так подумал, говорит: я понял, пацаны, и где эта параша у вас стоит? Ну ты дал, че. Чего заскучали, мужики? Thank you.
Ну, чтоб руки не дрожали.
Это чтоб работа спорилась? Ну, типа, привет. Здравствуй. Ну, ты выдал. Ох, неохота мне. Ну, типа, я слушаю. Плестись. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке, да с книжкой толковой. Заколебало уже тут париться. Ни подогрева тебе толкового, ни хрена. Я тут вспомнил вас. Ты даешь. Ну, привет. Он занял всего полтинник, но тоже, сука, ребаная, не отдал. Короче, мля, вопрос. Что, сука, лежит здорово. В черном ящике? Решил что-нибудь заказать? А, чертыла, мля, в натуре чертыла. Слушаю тебя. Ну, привет, короче, брат. Анекдот. Перетирают два кровососа. Один другой ну... такой. Ты, короче, как на сталкеров охотишься? Тот ему, ну, короче, значит, замечаю сталкера. Потом вокруг него большой круг делаю. Через 5 минут маленький. И только еще через 5 минут нападаю. Первый такой, я не понял. Ну а в чем вообще прикол, кореш? Будет чего интересного, заходи. Типа, по-любому можно сразу не связываться. А второй такой, типа, не, брателла, ты тему не сечешь. Наехать сразу можно, не вопрос. Только тогда придется его с говном ха... Так, балабонь быстрее, сюда. Ну, типа, я слушаю. Нехилая волына! Слышишь? Ну ты стой, не рыпайся!
Неплохо, неплохо. За одну ходку две ночные звезды. Если так и дальше пойдет. В гробу я видел ваш хваленый клондайк. Слушаю тебя. Здравствуй, сталкер. Ну, удачи тебе. Опа! Ты заваливай, перетрем. Ну... Ну что, есть что-то новое? Давай, давай, не задерживайся.
Подойти надо незаметно. Нельзя, чтобы она нас хоть как учуяла. Так, мы на месте. Где-то она совсем близко, блин, прям чувствую. Кто ее увидит, сразу бейте в голову. Близко подходить нельзя. Нюх у химеры что надо. Он и во сне на полную работает. Привет, брат. Слушаю тебя. А вот анекдот. Пересеклись как-то возле кордона сталкер и вояка. Сталкер, солдат. Куда чешешь? Ты чё, мужик? Охренел? Это ж военная тайна. Эй, не горячись, ну не знал. А чё несёшь-то такое тяжёлое? Весь вспотел. Да, блин, вспотею, что. Патроны эти бронебойные на склад берем. Ёлки, заколебало уже тут париться. Ни подогрева толкового. Привет, ни хрена. Ну, типа, привет. Какой попался с хабаром. Или лучше с баблом.
Да чё? Иди, иди, нечего тебе тут делать. Нету жизни, блин. Нигде нету. В городе менты шманают. Тут слабоны гоняют. Вода, это, конечно, хорошо. Только бугор как дал, так это. Чинить спацию. Вот такое вам как. Надо бы того пидорка Нонова приложить получше, чтоб лишнего потом не дать. И там ли народу вокруг натуре хрен сыкаешь. Даже гитары не было. Ну, здорово. Будет чего интересного заходить. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывет. Не, ну я чисто не понял. Че, продолжения не будет? Буграм, чего? Им хорошо. Сидят себе с мобилами, команду. Да, я слушаю. Лапонь быстрее, что надо?
типа, ну, я слушаю. Ну, короче, анекдот. Мать, короче, присылает пацану на кичу маляву. Типа, сынок, ты как накрытую пошел. Как говорится, по хозяйству жоп. Добро пожаловать типа, на борт нашего пришла. Болотного ледокола. Ну, привет! Слушаю тебя. Но... Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай, нет, проваливай.
Ну что, есть что-то новое? Давай, давай, не задерживайся. Ну, здорово. Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывет.